В здании центра Эрисмана сработала пожарная тревога. По сценарию в помещениях произошло задымление. При включении сигнализации автоматический вызов поступает в 17-ю спецчасть, и они выезжают практически сразу. Медицинский персонал в это время незамедлительно начинает выводить пациентов. Клиника Института общей и профессиональной патологии может вместить 160 посетителей и 75 сотрудников. По времени быстро вышли? Да. Значит, все нормально. Значит, знаем пути отступления. Все без ущерба покидают здание. Оценку 5 ставят действиям работников центра и сотрудники МЧС. В порядке и выходы, и пожарная сигнализация, и система оповещения управления эвакуацией. Запомните раз и навсегда, в случае возникновения пожара нельзя думать, что это учение. Всегда будьте бдительны, сохраняйте спокойствие, не паникуйте, помогайте людям, которым это необходимо. И еще пользуйтесь всеми эвакуационными выходами, а не толпитесь у одного. Эти напоминания услышат вскоре сотрудники культурных, спортивных, социально-реабилитационных центров, больниц, магазинов. Везде проведут тренировочные эвакуации. Учебные тренировки пройдут сегодня в торговом центре «Перловский» и в двух детских садах. Всего сотрудники МЧС проверят 91 объект. Жанна Лавяникова, Денис Петров. Информационная программа «День».